Привет, друзья, привет, коллекционеры! И сейчас мы делаем уже третью серию из распаковки вот этой коллекции. Ну что, приступим? Давайте я вам опять покажу ящик, как и в тех сериях. Вот ящичек, он еще не кончается. Машинки в основном маленькие. Большие машинки уже тоже были в прошлых сериях. Кому интересно, смотрите. Вот, сейчас мы камеру немножко настроим и будем снимать. Так, если мы однерку поставим, это вот так сделаем. Тут немножко видно ножку. Ну что, друзья, поехали. Так, в студию залетает вот такой вот прикольный автомобильчик. 60 какого, я забыл, 64 масштаб, да, у нас матчбоксы. Так, это у нас, Hot Wheels. Что здесь написано? Continental, а выше Lincoln. Lincoln Continental. Моделька 99-го года. Друзья, машинке уже 24-25 лет. Ну, красиво выглядит. Возможно, коллекционная какая-то хорошая. Right on. Красивая машинка. Еще все, тут детальки на месте, как бы эти. Да. Прикольно. Так, едем дальше. Защита от солнца, да. Так, едем дальше. Это у нас внедорожник. Похоже на Land Rover. И это у нас тоже Hot Wheels. Друзья, какой год? 89-й год, ой, ей уже 30 лет этой машинке. Уже 30 лет, нормально. Написано врум-врум, типа врум-врум. Вот. Вот такой вот прикольный автомобиль, уже старый. Может быть, имеет какую-то ценность, не знаю, будем проверять. Все надо изучать и проверить. А, залетает такой красавчик. Это уже похоже по колесам на Matchbox. Друзья, это у нас похоже на Matchbox. И это у нас будет... А, тут надо оторвать наклеечку. И это у нас будет Fire Engine. Пьерца Даш. Плохо очень видно. Но видно, что Matchbox 2008 года произвели машинку. Обратите внимание, ну это же прикольная вещь. Для детей игрушка очень шикарная. Ну, конечно же, их коллекционируют взрослые коллекционеры. Но для ребенка очень красивая вещь. Есть на что посмотреть. Очень интересно. Это у нас Hot Wheels сюда поставим немножко. Будем сразу сокировать. Автобусы мне начали привлекать этого масштаба. Друзья, Matchbox, Ford. Panel Van. 99-й год. Китай. С охраной неплохой. Ну, есть вот скольчик. Есть скольчик, друзья. Mission Base Shuttle. Base Shuttle, вот. Прикольненько. С диорамкой. Matchbox. О-о-о, какой красивый цвет. Это Hot Wheels. Mustang Cobra. Mustang Cobra, 97-й год. Тоже больше 20 лет. 26-27 лет. Прикольно. Happy Birthday. Ну, он такой уже, как бы, ну да. Но надо проверять, может быть, ценная вещь. Хоть есть сколы. Эти вещички с ними нельзя шутить, надо проверять, конечно. Вдруг какая-нибудь там стоит пару сотен евро, все возможно. 98-й год, Olds Aurora, старая Aurora. Красиво выглядит. Я всегда ставлю середину телефона, камера-то здесь находится. Ну, как-то непривычно. Что здесь нарисовано, какие-то знаки. Я не могу разобраться, что здесь написано. Unit One. Unit One написано. И что еще написано? Какие-то вот иероглифы. Unit One A. Не могу разобраться, что здесь нарисовано. Люблю такие рисунки, но не вижу. Ну, что тут нарисовано, не могу разобраться, друзья. Ладно. Ну, красивая машинка, очень шикарная. Возможно, кому-то в коллекцию нужна, может, кто-то их собирает. Такие ольдскульные. Все-таки уже по 20 лет им. Вот такой вот транспортер, скорая помощь. Похоже на скорую помощь, да. И что у нас здесь написано? Ambulance Service. Да, скорая помощь. По колесам узнаем, что это Matchbox. Колеса, кстати, еще актуальные. Такие еще выпускаются. Машинки с такими колесами, как вроде бы я замечал в магазине. 2009 год. Ну да, тоже уже не новая машинка. По состоянию, идеальное состояние. Машинки такая тематика. Надо серьезно к нему относиться. Это как клад, может быть. Это у нас Burger King. Машинка Burger King Matchbox. 2007 год. Я сторонник, то есть я против Burger King и Макдональдса, потому что там отрава. Смотрел я пару документальных фильмов. Не стоит туда вообще ходить. Делаю антирекламу, друзья. Вот. Лучше сделайте себе блины дома. Блины с медом или что-то в этом роде. Чем это непонятное вещество, которым так кормят. Так, надо обходить его километрами. Matchbox, Thailand. Opel Speedster. Speedster, да. Opel Speedster. Ой, эта моделька мне в реальности тоже знакома. Такие я видел, у нас такие ездили. Сейчас это уже как бы... Их не замечаешь на дорогах. Видать, их поставили на сохранение. 2002 год. Ну, 20 лет назад это было, да. Но тогда это был шикарный автомобиль. Ну, тоже вроде бы это был проблемный автомобиль. Такой. О, знаменитый Smart 4-4. Smart 4-4 вроде бы называется. Smart для четверых. Smart Roadster. Ах, это Zico. Ого. Zico. Zico надо отложить в сторону, потому что человек
Заинтересовался зикушками. Прикольненько. Может, себе его оставлю. Так, друзья, здесь у нас Hot Wheels опять такой. Ох, так это как этот, из фильма Fast and the Furious. Fast and the Furious. Too Fast and the Furious, вроде бы, да, так правильно. Ну, может быть, это из фильма. Если это Too Fast and the Furious, то это ценные вещи. Это могут быть ценные вещи, надо проверять. Если это Too Fast and the Furious серия, я вот сейчас не помню, с Поль Волькером и Вин Дизелем. Эдокар. Опять какая-то странная машинка. Эдокар. Кока-кола. Это вроде бы дешевая китайская такая подделка под Hot Wheels. Угу. Вот это мощный автомобиль, друзья. Малайзия Hot Wheels Fast Fish. Быстрая рыба, типа того. Ну, прикольно выглядит, конечно, но так нарядно. А год есть? Нету года. Года нету. Нарядно, но со сколами. Со сколами. Ну, красивая машинка, так. А это что? А это Хаммер. Хаммер залетает, друзья. Хумер, Хаммер. General Corp. Малайзия Hot Wheels. Год есть? Тоже год не написали. Вот General Corp. Может быть, это солдатам такие дарили? Американским тоже, может быть. Интересненько. Ну, вдруг он что стоит? Тоже могли серию выпустить на подарочную. Вау, залетает вот такой вот. Еще один Зику, друзья. Volvo V40. V40. Угу. Ну, это у нас отдел игрушек. Открывающийся элемент задний багажник. Надо будет показывать. Шикарная тачка. Matchbox. Land Rover. Land Rover чего? Не вижу. Что-то в 90, что-то не видно. 87-й год. Эту машинку 87-го года выпускали, что ли? Ну, похоже, так свежая, как будто не такая старинная. 1987 год? Ну, ничего себе. Если этой машинке уже больше 30 лет, она так хорошо выглядит. Интересно, надо все проверить будет. Обязательно. Ну, это шикарная вещь у нас здесь. И это у нас Matchbox Chevy Van. Тайланд, 74-й масштаб. Chevy Van 2006 года, скоро будет тоже 20 лет. Ну, красиво. Вот эти венчики мне начали нравиться. Они мне начали нравиться. Наверное, их надо как-то, я не знаю, обратить внимание. Может, оставлять себе. Прикольно. Прикольно. И здесь дедушка залетает. Дедушка залетает, такой старичок. О, а что это за механизм? Это что, а мажорет? Смотрите, друзья, какой старый мажорет. Ну, тут еще какой-то механизм есть, я не понимаю, что это за механизм. Это типа мусорка. А, да, типа мусорка, наверное, сюда подвозит мусорный ящик. И он его туда поднимает, закидывает. Старый мажорет, Мерседес. Интересно. В хорошем состоянии я бы его, конечно, брал в сторону. О, какой классный автомобиль. Заезжает сюда Matchbox. Колеса еще такие актуальные вроде бы. 1987 года? Ну, не могу я поверить. Это чересчур актуально выглядит он. Цвет красивый, колеса такие вроде бы актуальные. Я не понимаю, что за год, что значит год? Год выпущен, в этот год выпущена вот эта машинка или... Я что-то не понимаю, 72-й масштаб. Друзья, объясните в комментариях, пожалуйста. Не, ну это, конечно, сохран шикарный. Неужели это такая уже старая моделька у меня в руках, машинка, игрушка? Ёлки-палки, это же целое состояние. Вау, прикольно. Я абсолютно не жалею, что купил эту коллекцию. Поначалу я думал, ну вообще, капец, днище. А сейчас смотрю, тут такие интересные старые вещи. Ford Focus, ему тоже должно быть 20 лет уже. 1999 год, точно, Matchbox Ford Focus. Matchbox Ford Focus. Очень интересненько. 20 лет у кого-то они хранились. Фью, заезжает такая машинка. И это у нас, наверное, будет Ford Sierra, но Китай простой. GT Britain. А, Made in Great Britain? Это в Англии делали? Ну-ка. Друзья, увидите? Что точно? Это не китайская машинка, это в Англии ее делали. Так ее надо убрать в сторону. Shell Oils. Может быть, похоже на Китай. Очень похоже на Китай. Нет, тут надо разбираться. Тут надо разбираться. Вдруг это какая-то ценная вещь. Вау, залетает. Вот такой я думал себе купить для постройки дома на колесах. Им чуть больше 10 лет вроде бы этим моделям. Вот такой. Ну, что-то я с фордами так сильно, ну, как бы, есть у меня такое предчувствие, что будет много работы по ремонту. Одни пишут, что форды очень хорошие. Но я как-то не сильно доверяю фордам. Старым Volkswagen я доверяю больше. Это у нас Matchbox 2007 года. Ну да, тоже почти что 20 лет ему. Ну, шикарно выглядит, очень шикарно. Шикарный автобусик. Вообще бомба. Бенда, друзья. Заезжаем. Вот это диски мощные. Bomb Squad. Это что, типа, разминирование, как бы, не фирма, как сказать правильно. Служба разминирования. Emergency Detonation Team. Да, это служба для разминирования. Тоже старая машинка Hot Wheels. А год есть? 1900. Чего? 73-й? Я в шоке. 1900.
1973. Ну, это старая машинка. Если это 73-й год. Если это 73-й год. Не, ну, что-то я не понимаю. Неужели они такие старые здесь у меня появились? А посмотрите, как впереди какая облицовка. Да, возможно, реально такая старая, но очень красиво выполнена. Очень шикарно выполнена, очень. Надо проверять будет обязательно. Да, поиграемся немножко в детстве. Давно я не игрался. Это у нас Surf and Turf. Surf and Turf Hot Wheels. 16-й год, Малайзия. И это что? Ну, тут у нас есть сюрбред, доска. Ну, прикольно. Ну, это уже более фантастическая такая машинка. Не относится к реальным. Ну, кто знает, надо проверять будет. Надо будет проверять. Еще фантастика залетает. Hot Wheels 2004 год. Донышко еще такое. Под ретро. Уже 20 лет ей. 2004 год. Прикольненько. Что вы скажете, друзья? Как вам это видео? Как вам эти машинки? Знак у нас тоже есть. Надо будет кому-то его подарить. Какому-нибудь покупателю подарим знак. Ну, можно поставим на полочку к 18 масштабу. Вот. Пора расширяться в жилье, друзья. Залетает вот такой вот шикарный автомобиль с Hot Wheels. Cadillac. 2001 год. Ну, конечно, сохран отличный. Какая красивая наклеечка, декалька. Тамповка. Не декалька, тамповка. Красиво выполнена, обратите внимание. Шикарно. Тоже такой с характером. Ну, старые американские автомобили, конечно, вот такие ракеты, но они мне нравятся, да. Они мне нравятся уже с детства. И очень шикарно. Просто бомба. Ну, заодно видео мы не укладемся, будет еще одно видео. Уже залетает к нам Ренаульт. Помню я эти ренушки. Ренаульт 11. Рено 11. 85 года машинка, друзья. Да, я бы не сказал, что она неинтересная. Это очень интересная вещь, потому что старая. Мэтчбокс. Мэтчбокс интересный. Пора мне купить хороший держатель для телефона. А это Мажорет? О, Мажорет. Привет, Мажорет. Мажорет тоже прикольный есть. Я раньше думал, ой, Мажорет туда-сюда. Не-не-не, Мажорет, надо быть осторожным. Иначе мы потеряем миллионы. О, друзья, открывающийся элемент, это задняя калитка. Задняя дверь. Сюда можем сесть и поехать на сафари. Ну, это, конечно, легендарный Land Rover, которые многими любимы. Такие долгое время выпускались. И, по-моему, еще на заказ выпускаются. Только снаружи такого старого дизайна. А внутри, я же не знаю, выпускаются они или нет, но еще выпускались очень долго, до последних лет. А внутри они как бы с новыми технологиями. Так, друзья, еще раз Matchbox. 2007 года. Скоро ему будет 20 лет, через 3 годика. И это Volkswagen Kübelwagen, кажется, называется. Volkswagen Kübel. Ну, в Германии называется Kübelwagen. Типа корыто, типа так, Kübel, это типа корыто переводится. Автомобиль корыто или корытный автомобиль, ну что-то такое. Не буду вас обманывать, но точно. Так, Таиланд, здесь слоник. Слоник, не знаю, что слоник. Слоник у фирмы Дики, это у игрушек. И здесь у нас есть тоже слоник, может быть, это что-то особенное. 1974 год, Kübelwagen. Че, неужели это машинка 74-го года? Во, я в шоке, она старая тогда, она уже очень старая. Может быть, да, что ее выпустили в 74-м году, не знаю. Я не знаю, нет, не может быть, нет. Это, наверное, сама модель была 74-го. Я что-то запутался. Поправьте, пожалуйста. Так. Все. Почти что отлично. Обратите внимание, друзья, какой красавчик. Я бы от настоящего такого не отказался бы. Или в 8-м масштабе такого не отказался. Это у нас Pontiac. Красотища. Pontiac Malaysia Hot Wheels. Ну, он прям красивый. Ну, согласитесь, красивая же машинка. Сзади спойлер. Во. Красота. Шикарно. По-моему, просто люксус. Что-то для глаз. Так, друзья, залетает вот такой вот автомобильчик от Hot Wheels. А что здесь написано? Hollowback. Hollowback года я не вижу, но донышко-то какое интересное. И вот этот пластик, да? Вот этот пластик очень интересный такой. Тоже не часто встречается. Вот. Вот тут, по-моему, впереди что-то передка не хватает. Наверное, передка не хватает, да. Наверное, что-то не хватает. Надо будет погуглить. Hot Wheels сюда. Matchbox. Mercedes-Benz. 99-й год. Прям... Машинки, короче, не старые, не новые. Друзья, есть амортизация. Такого я еще у матчбоксов не видел. Амортизация? Друзья, амортизация есть? Бо, а здесь? Нет, у других амортизаций. У этого есть. Мерседес делает сразу серьезно, даже в игрушках. Нет амортизации, представляете? Смотрите, друзья. Амортизация есть. Вообще, вот на этом автомобиле двигаться ни о чем. Сразу перевернешься. Мерседес даже в игрушках с люксусом. Люксерьезный.
Амортизация. Вот, вот что значит игрушки. Даже Мерседес амортизация. Ёлки-палки, я в шоке. Меня это сейчас поразило. Вот это опыт. Нормально. Это опыт. Залетает такой красавчик. Ой, раньше мне очень пикапчики нравились, как питаю. Так, здесь у нас что, друзья? Hot Wheels. Hot Wheels, Hot Wheels. А что? Dodge Ram Truck. Год не написан. Но он не новенький. Не какая-то новая моделька. По колесам видно тоже старенькая машинка. Хорошее состояние. Pizza Delivery. Доставка. Доставка пиццы. 24 на 7. 24 часа, 7 дней в неделю. Шикарно. Здесь есть амортизация? Нет, здесь нет амортизации. Не, ну, Mercedes меня, конечно, убил. Классно. Вот такой вот космик. Старичок вот такой. Ничего не снимается. И это будет Matchbox. Друзья, вот Matchbox приехал. И это у нас Ice Cream Van. Автобус мороженого. Das Gerät ist zu heiß. У меня телефон нагрелся. Нагревается. Может быть, отключимся. Ну, еще чуть-чуть потерпим. Точно нагревается. Интересно. Почему же так за раз? Вот. Да, мы тут в одну серию не укладемся, друзья. Сейчас будем отключаться. Так. Залетает в студию вот такой вот автомобиль. Угу. 2012 год. Тоже уже свои 10 лет есть. И это Chrysler. Ну, такой пластик. Дешевый пластик такой. Ну, кто знает? Это что у нас? Я не понял. Это мотель. А, это уже мотель. Ну, это как бы среднячок такой между этими двумя. Автобусики. Интересная вещь. А что у нас по резине? Резины не было? Нет, резины нету. Мотель Matchbox. А, это не Matchbox? Вообще нигде Matchbox не стоит. Здесь мотель. А вот это мотель Matchbox. Double Decker 2006 года. Ну, тоже прикольно. У меня есть такие автобусики, но уже побольше масштабом, размерчиком побольше, но они такие интересные автобусики. Некоторые могут тоже дорого стоить. По-моему, такой у меня уже есть. И он что-то стоит, а на полочке стоит. Hot Wheels. Это старый Hot Wheels, друзья. 1976 года. Ну, шикарно. Это, конечно, меня радует. Если они сейчас пока ничего не стоят, но через 5-10 лет они точно что-то будут стоить. Ну, это шикарно. И вот еще есть тамповочка сзади Hot Wheels. Ба-бомба. Бимба, друзья. Молодые зрители, вам тоже огромный-огромный привет. Я думаю, это видео для вас. Да, и надеюсь, оно вам понравится. Это как бы не для коллекционеров в годах. Их, они на такую тему находятся, скорее всего, не в России. В России коллекционеры постарше, они собирают, скорее всего, СССР там, или 18-й масштаб. Ну, больше 43-й масштаб СССР, чем какой-то европейский 18-й, да. Вот. Ну, хотя всякие они есть, коллекционеры. Ну, это у нас сегодня такие серии больше для молодых любителей машинок. Для молодого поколения. И вам большое спасибо, что вы интересуетесь, если вам нравится эта тема. Так. Hot Wheels. Год не вижу. Hot Wheels мотель. Ну, может, лет 10 по колесикам, если так сказать. Интересно, интересно, очень интересно. Маисточка, маисточка. Не знаю вообще по маисту. Я знаю, что 18 масштаб есть у маисту. Он хороший, но они не сильно дорогие. 18 масштаб, а по маленьким машинкам по маисту вообще не в теме, надо узнавать будет. Hot Wheels. 2003 год, 20 лет машинки. Asphalt Assault. Что это за моделька? Я не могу ее определить к настоящим автомобилям. Ну, шикарно сделано. Хромированный салон. Хромированный салон. Прикольно. У меня, конечно же, есть и запакованные Hot Wheels немало. Мне кажется, видео потемнее стало. Давайте посветлее сделаем. Так, это у нас Hot Wheels 2015 года, друзья. Ну, это не такой старый. Но состояние еще нормальненькое. Так, ну еще пару штук посмотрим. Вот еще один. Что это у нас? Мотель, а это мотель будет. Угу. Мотельчики. Боа, какая бомба, друзья. Бомба-бомба. Hot Wheels, 2001 год. Шикарно. Это что вообще? Какая-то штука здесь стоит сзади. Ну, тоже фантастический какой-то автомобильчик. Тоже 20 лет, прикольно. О, еще один фантастический автомобиль. И это у нас Hot Wheels 2004 года, друзья. Шикарно. О, что я нашел? Это что такое? Вас издаст. Картинг. Хотел бы на картинг покататься. Пару раз катался. Прикольно. Картинг. Шикарный картинг. Друзья, у нас в студии шикарный картинг. Обратите внимание. Шикарно, да? Для коллекции коллекционеров Hot Wheels. Это даже 97-й год машинка. Go-kart, карт. Не, ну это, конечно, прикольно. Прикольно, очень-очень прикольно. Так, друзья. Джерониму. Hot Wheels. Год не написан. Джерониму, как сделано здесь, смотри-ка. Ну, есть уже немножко потертости. Хром ушел. Ну, прикольный Джерониму.
Ну, давайте вот еще две машинки и отключимся. Залетает вот такой вот странный автомобиль. Ну, вообще, бомба. Hot Wheels, модель 94 года, 30 лет. 30 лет назад были вот такие вот фантазии. Какой-то иероглиф китайский. Да, прикольно, да? Очень интересный экземпляр. А вдруг он какой-то ценный, не знаю. И что, внутри кто-то сидит? Нет, там сиденье вроде. Может быть, тут сидит. Похоже на человечка, который внутри сидит. Интересно. Мотель Малайзия, 94 год. Шикарно. Очень интересная вещь. Может быть, что-то ценное будет. Да. Здесь у нас, друзья, Matchbox. Chevrolet Impala. Хочется все дальше и дальше, но у меня телефон нагревается. И надо опередить его, пока он сам перегреется. Опередить и выключить. Вот, друзья, вот такой вот 98 года, наверное, выпуска автомобиль. Ну да, скорее всего так. Полицейский, полиция, fire rescue. Нет, это пожарная служба, а не полиция. Пожарная служба. Колеса не прорезиненные. Ну, очень интересно. Ну что, друзья, вот такой у нас сегодня был обзорчик. Всем огромный привет и большое спасибо. Берегите себя, не болейте. Ходите гулять, дышите свежим воздухом. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и делитесь видео. Пока. И ставьте лайки, друзья, лайки, обязательно лайки, чтобы я мог продолжать, чтобы вы меня мотивировали. Пока.